Смотри, этот цветок! Пойман уверен, что Саруша об этом что-то знает. Верно, это один из цветков Шуньят, за которым ухаживает кто-то там. Выглядит он плохо, его разъедают остатки от темной скверны. Как неожиданно, я просто взял, пробегал мимо и нате. Так, окей. И что ты мне хочешь этим сказать? О, смотрите. Тут кто-то есть. Сифана. Какая музыка. Значит, это и есть разлагающие остатки сил тьмы. Такая страшная сила, ничего не могу сделать, как бы я ни старалась. Сифана, давно не виделись. Стойте, не верю своим глазам, сестрица Саруша, да ты вернулась? Цветки Шуньята спасены. Ах, как давно я этого ждала, наконец-то появилась надежда. Ты ведь внезапно не исчезнешь снова на очень долго, да? Да успокойся, Сифан. Я обязательно помогу тебе спасти цветки Шуньят, и поверь мне. Это моя яснопати, Мактиплы, и ее компаньон Пайман. Мы погасили знамения Паоши и спасли цветочные поляны от разложения темными силами. Остальные цветочные поляны оставь нам. Да, все просто и понятно. А Сифана даже называет Саруш сестрицей. Похоже, вы раньше были очень близки. Близки, не то чтобы. Мы просто знали друг друга некоторое время и обменивались кое-каким опытом. Не знаю почему, но сестрица Саруш теперь разговаривает немного по-другому. Но вы должны знать, что раньше она очень обо мне заботилась. Перед цветком Шуньяты она сказала, я должна стать равной Симург. Это воодушевило меня больше, чем любые наставления. Тогда я решила, что упорство сестрицы Саруш достойно уважения. Поэтому в разговоре с ней я решила использовать обращение людей к старшим, чтобы выразить свое уважение. Сифана, ты только что это сказала, как в сознании Пайман появилась сценка. Не понимаю, не напоминая давно прошедших событиях. Давайте вернемся к нашей первоначальной теме. Да, сестрица. Возможно, твоя яснопатия плохо разбирается в цветах Шуньяты. Тогда я расскажу о них от лица старших. Жила-была пари, которая пела так. Это сияние оттенков, чудесный знак терапии, течение источника жизни. Оставайся здесь, танцуй и пой со мной. Давай соткем канву нескончаемой радости. Забыла, что дальше. Я так долго вычищал остатки темных сил. Усталость затуманила сознание. Не нужно так перетруждаться. Если не можешь вспомнить историю дословно, ничего страшного, просто расскажи своими словами. Тогда мне нужно подумать. Пусть цветки Шуньята не самые ценные предметы в оазисе Вурукаша, но они самые близкие друзья для нас пари. Многие пари проводят время с цветками Шуньяты, когда закончат свои дневные обязанности. Они похожи на существ, которые говорят мяу-мяу или гав-гав, и рядом с которыми человек, ух ты, взрослеет. Ты имеешь в виду кошек и собак, да? Все так и есть. Если бы с детства у Пайман была кошка или собака, которая заболела, Пайман бы тоже очень было бы тяжело. А если бы это был единственный друг жизни Пайман? О, Сифана, после такого описания Пайман поняла причину твоего нетерпения? Здоровье цветков Шуньята очень важное дело. На самом деле оно намного важнее. Сифане нужно поучиться проводить сравнение. Суть понятна. Теперь Пайман осознала всю серьезность вопроса. К тому же от Саруши сходит такая инициатива. Не будем медлить, пора отправляться в путь. Пора спасти питомцев пари. Тогда ты и жди нас здесь, Сифана. Совсем скоро моя надежная яснопати, Максиплей и я избавим цветки Шуньяты от остатков скверны. Большое вам спасибо. Я обязана не только с сестрицей Саруш, но и яснопати, с которым мы и встретились впервые. Я должна приготовить вам подарки в знак благодарности. Ух ты. Так. Они распускаются. Интересно.
Ух ты. Надо ниже опуститься. Еще? Сундук. Так, а мы этого хотели, да? Окей. Мы, значит, все правильно сделали, да? Тут особо ничего сложного-то и не было. Так, а это что такое? Подождите, а что это? Кто это или что это? Подождите, но... Их нельзя забрать, да? Так, подождите, может я слишком... Где она? Ну-ка, стоять. Нет, это не работает. Ясно. Что если в каждую выстрелить? Я посмотрю, может быть, есть активность какая-нибудь. Опа, она исчезла, кстати. Так, ладно, давайте всех ее уничтожим. 1, 2, 3 их осталось. 4, их 5, да, как я понимаю. Одну мы уничтожили, давайте всех попробуем. Попали. Они ж не на время, да, деактивируются? Да, они собираются. Всего их 5, да, как я понимаю. А это можно убить, нет? Она уже активна. А, смотрите, на время, на время, на время. Надо, короче, делать очень быстро все. Так. Есть. Попробуем быстро все это сделать. Так, смотрите. Ну, ну же. Да я же стрелял. Есть. И это тоже стрелял, нет? Так, сейчас попытаемся... Она улетела, что ли? Секунду. Вот она, смотрите. Так, а больше нет, да, никого? А у нас что, ничего не поменялось, что ли, получается? Так, ладно, подождите, а если я сейчас еще время прокручу, допустим, может быть, я что-то не так сделал, да, это предположим. Может, они сейчас обновятся? Да, они обновляются, смотрите. Так. Да ты что? Да ты что? Они распускаются еще лучше. А, вот оно что, на время. Все, даже это на время, что ли? Я от себя понял. Так что надо собирать тогда этих ребят. Нужно очень быстро, что ли, это делать? Или это только на определенное количество цветов? Они реально распускаются, смотрите. Успею? Чуть-чуть не успел на последний цветок, да, что ли? На, по идее, этого захода должно хватить. Так, и последний цветок, да? Короче, если вы вдруг не успеете, как я понимаю, вы можете крутить еще одни сутки до следующей ночи, и они обновятся, и вы сможете тогда дальше все остальные цветы зачистить.
Так, ясно. Но... А где это? Вот она. Так, у нас что-нибудь вышло? Сестрица Саруш наверняка еще помнит, как восстановить жизненные силы цветков Шуньян. Какое облегчение, огромное спасибо. Походу, ребят, походу, здесь не единственное поле, да? Так, смотрите, первое поле мы, получается, нашли недалеко от нее. Это вот где-то здесь. Я просто попробую побегать вокруг этого дерева. Возможно, там что-то еще есть. Вот, еще один цветы, да-да-да, все, цветы вижу, прекрасно. Так, мы, то есть, берем, переключаемся на Саруш. Спускаемся. Заметьте по карте, где это находится, это второе поле получается. Так. Ух ты. Сейчас, по идее, они должны появиться, да, вот эти вот летающие? Да, смотрите, они появились. А, не вижу прицел. Поехали. И надо очень быстро все это делать. Идеально. Даже одной штуки хватило, смотрите. Ну, давайте дальше побежим, может, еще найдем что-нибудь. О, это же они, да? Да, точно они, смотрите. То есть, как у нас получается? То есть, первое мы нашли здесь. Следующее у нас поле было где-то вот здесь вот. И вот здесь вот у нас уже третье. Третье поле. Так, а это что у нас такое? Ага, понял тебя. Это нам собирать надо. Ух ты! Это неожиданно. Отлично. Испытание выполнено. Отлично, теперь все цветки и шуньята восстановили свою... Вот и все, давай вернемся, поищем Сифану. Всего было их, оказывается, три, смотрите. То есть, ну давайте здесь то же самое. Сейчас ведь ночь, как я понимаю. Только ночью они появляются, только ночью. Имейте в виду, как я понимаю, утром их нету. Я уже это проверял. Так что, если у вас их нет, ребят, крутите. Крутите время в игре. Опять последний не успела. Так, давайте еще одну найдем. Есть. Ну давайте через центр пройдем. Я здесь не бывал ни разу. А нет, я бывал, конечно же, я бывал. Тогда нам легче, наверное, все-таки ТП сделать. Сейчас бежать очень долго. И она, по-моему, с той стороны... Да, в той стороне где-то она была. Заметьте. То есть, я не знаю, что сейчас нам мне дадут, но... То, что я получу, было сделано с помощью двух, получается, стадий. Когда вы сначала Саруш пролетаете перед всеми цветами. И вторая стадия, когда вы уничтожаете вот этих светлячков, я не знаю, как они называются, и второй раз продлетаете, по два сундука получается. Надеюсь, этого будет достаточно. Мы вернулись с Сифани. Сифана. Все цветки и шуньята восстановили свою жизненную силу, Сифана. Тебе больше не нужно бояться. Молодец. Узнаю сестру Саруш. За эти годы ты никогда не подводила. Госпожа Яснопати, Максиплей, тебе спасибо. У меня есть для тебя подарок.
Я нашла по пути какие-то искрящиеся вещицы, а пока присматривалась за цветами шиньяты. Говорят, они очень нравятся людям и их питомцам. Неужели это Мора? Паймон от Мора не откажется? Какой подарок хотела бы получить сестрица Саруш? Мне не нужны подарки Сифана, просто позаботься о себе и о цветках шиньяты. Когда Саруш такая вежливая, она действительно похожа на сестру, а вы в хороших отношениях. Боишься, что Сифана может вспомнить былое? Я ничего не скрываю, я искренне хочу, чтобы Сифана была к себе добрее. Если говорить словами людей, то цветки шиньяты и парии произошли от Амриты Сарвисптхохма, и это делает нас семьей. Пари, которые их защищают, каждый день противостоят атакам скверны и испытывают огромное давление. Сифана очень сильная, раз она в одиночку справляется. К тому же она всегда уважительно ко мне относится, поэтому и мне хочется ответить ей взаимностью. Семья. Саруш тоже умеет заботиться о молодых. Вот так случайно мы выяснили, что Саруш очень нежная. Нежная? Думаю, это подходящее выражение. Сестрица Саруш часто помогает мне и больше других старших заботится обо мне. Не стоит разбрасываться такими странными эпитетами. Опасность для цветков шуньяты миновала. Сифана, однажды я еще навещу тебя и цветки шуньяты. Однажды силы тьмы будут бесследно уничтожены, а оазис Вурукаша вернет себе чистоту и первозданность красок. Ах, сестрица Саруш, пора заняться другими делами. Тогда желаю тебе всего хорошего. Я буду всегда вас ждать, сестрица Саруш. Госпожа Яснопатия и Белый Компаньон. В следующий раз при встрече я расскажу госпоже Яснопатии и Белому Компаньону еще много историй о нашем сестрице Саруш прошлом. У меня еще припасено много интересного для вас. В этом нет необходимости. Но с наступлением ночи он излучает свет другого... О, нет, мне что-то сказали, но я не понял. А если мы еще раз поговорим с ней? А, Яснопатия Саруш, могу ли я чем-нибудь помочь вам? Хорошо, увидимся. В принципе, неплохо, мы получили огромное количество сундуков, истока, да и достижений, кстати. На этом, в принципе, все. Не забываем подписываться на все каналы без исключения. Ссылочки на них вы найдете в описании к этому видео. Переходим на все каналы и на все подписываемся. А также ставим лайк, нажимаем на колокольчик, пишем комментарии и всегда смотрите видео до конца. Для меня это очень-очень важно. Пока-пока.